коллеги, проводится, по сути, второе заседание такое. Антикоррупционное движение в КФУ имеет большие масштабы и популярно как среди преподавателей, так и студентов. 30 марта стартовало очередное заседание комиссии по борьбе с коррупцией, где председатели студенческих комиссий Института физики и Института математики и механики имени Лобачевского выступили и рассказали о своих планах и уже проделанной работе. Мы регулярно проводим нашу так называемую взрослую антикоррупционную комиссию, где рассматриваем различные вопросы, связанные с профилактикой антикоррупционных проявлений, различные факты и так далее. То есть то, что именно мы называем взрослую работу. Да? Но нам также интересно то, что проводится, какая работа проводится именно студенческими организациями всякими. Поэтому мы их приглашаем к себе на большую, на взрослую комиссию и, по сути, слушаем, чем они занимаются. В ходе заседания, как отметил сам Ришат Гузейров, задача антикоррупционной комиссии не ловить злостных взяточников, а посредством обучения основ законодательства антикоррупционной политики знать самим и обучать своих студентов в институтах. Ринат Ахмедзянов, Фарид Захитоглы, Универньюз.